предприниматели Самары приглашают поучаствовать в вопросе об инвестиционной привлекательности города. Сделать это можно по 13 сентября. В анкете респонденты смогут также высказаться по вопросам улучшения делового климата, комфортности жизни и труда в Самаре. В Самаре на некоторых улицах закроют движение транспорта. Это связано с завершением работ по подготовке теплотрасс к отопительному сезону. С 6 утра 13 сентября до 21 сентября движение будет закрыто. По улице Гастелло от дома 47 до улицы Старозагора. От дома 57 по Московскому шоссе до улицы Старозагора. До 1 октября по улице Блюхера от дома 89 по улице Ивана Булкина до улицы Карбышева. По Измайловскому переулку от дома номер 2 до дома номер 23. По улице Нагорной от дома номер 86 по улице Нововокзальной до дома номер 23. От дома номер 47 по Ташкентскому переулку до улицы Пугачевской. По улице Пугачевской от дома номер 73А до дома номер 85А. На улице Новосадовой в районе пересечения с улицей Губанова задержано движение трамваев из-за постороннего провода на контактной сети. Ответственные службы работают над восстановлением движения. Сегодня утром на улице Победы загорелся автобус. Погибших и пострадавших нет, уточнили в Главном управлении МЧС России по Самарской области. Тушили транспортное средство 5 человек и 2 единицы техники. Чилийский футболист Виктор Ментес перешел в крылья Советов. Полузащитник подписал соглашение до конца сезона 2024-2025 годов. Контракт предусматривает опцию выкупа. Виктор будет выступать под 34-м номером. Торжественная церемония инаугурации избранного губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева прошла сегодня в здании правительства региона. В ней приняли участие полпред президентов ПФО Игорь Комаров и другие почетные гости. Трансляция велась на сайте правительства, в группе ВКонтакте «Самарская область», а также в эфире нашего телеканала и в социальных сетях «Самара ГИС». Более 300 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа. В первую очередь на прививки приглашают детей от 6 месяцев, пожилых людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и жителей, которые работают с населением. Прививка от гриппа не дает 100% защиты, но она защищает от серьезных осложнений и последствий. Российский футболист, четырехкратный чемпион страны Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона». Ранее он ушел из московского «Локомотива», где сыграл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач. Самарский медиум Олег Шепс предупредил о надвигающемся коридоре затмений, который пройдет с 18 сентября по 2 октября. В этот период произойдут 3 астрономических события – лунное и солнечное затмения, а также суперлуние. В России зафиксировали новые возбудители коронавируса, способные обходить иммунитет. Это штаммы, которые входят в сублинию флирт. Их удельный вес за последние 3 недели вырос в 2,5 раза. Они активно инфицируют клетки, а благодаря новым мутациям организм не успевает произвести иммунный ответ. Диетолог рассказал о пользе гороха. В нем содержатся растительные аминокислоты, а также клетчатка, которая замедляет пищеварение и выводит токсины из организма. Однако людям с заболеваниями желудка стоит ограничить потребление этого продукта.